Здравствуйте, дорогие друзья. Нашли вот старую стиральную машинку. Малютка, да, она называется? Малютка. И решили сделать с нее саморез. Просто, ну просто, очень просто. Открутил, ее отделил, сделал ножички. Вот один сначала сделал, мне показалось, он тяжелый. С куска железа просто полоски вырезали, заточили одну сторону. Решил потом сделать вот полегче. Ну и вот как она работает. Очень даже ничего. Что, солома измельченная? Вот она. Ну, не надо ведерко, потому что хило ведерко тоже смусит. Все вот так вот, где что нашли. Оборотики маловато. Ей бы немножко побольше оборотиков. Но тем не менее... Мне этого очень даже хватит. Ну, вот она что с ней сделала. Если палочка не попадает, отлично. Можно еще немножко палочки попадают. Она ее не просто режет, она ее и мнет, и такое прям чудо получается. О. Просто чудо. Ну, пожалуйста, и ничего. Оставили один моторчик, прикрутили сверху ведерко. Кидаем туда щепотку соломки. Прошлогоднее это некачественно. Накрываем и включаем. Отлично. Все, пока, подписывайтесь на канал, приобретайте кухонные челленджи Драбена. Всего хорошего, всем здоровья, счастья.